尊敬的普京总统，我的老朋友，欢迎你啊，带着代表团来华进行国事访问。不久前，你宣誓就任新一届的俄罗斯总统，正式开启第五个总统任期。我向你和俄罗斯人民再次表示衷心的祝贺，相信在你的领导下，俄罗斯国家发展建设一定能够取得新的更大成就。Благодарен за ваше поздравительное послание по случаю моего переизбрания на пост президента Российской Федерации. Спасибо вам большое за приглашение. В марте прошлого года, сразу после избрания на пост председателя Китайской Народной Республики, вы также посетили Москву. У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. И это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас в Москве и в Пекине курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.